коляска на весну, лето и осень. Очень удобно. Давайте посмотрим. Во-первых, она вот такая вот наметная. То есть ее можно отлично, да, ей управлять. Смотрите, как она крутится за счет колес, которые вращаются на 360 градусов. Также эти колеса можно зафиксировать. Вот здесь есть специальные клапаны. Зафиксированные колеса, они будут вращаться и будут в том положении, в котором вы их зафиксировали. Как их снять? Нужно вот сюда вверх поднять вот эти штуки. И тогда они снова будут на 360 градусов поворачиваться. Я их никогда не фиксировала. Мне всегда нравится, что она очень здорово поворачивается. И поэтому тут в зависимости от хозяина предпочтения. Дальше. Сама она узкая, поэтому проходит любые проходы в магазины, в дверь и так далее. А вот здесь вот на крыше, оператор, можно вас? На крыше есть такое окошечко для детишек. Вот, можно смотреть за тем, что делает ребенок. Ну и вот здесь фиксатор можно зафиксировать вот так вот, чтобы не открывалось и не закрывалось. Таким образом это все делается. Вот. И оставить окошко для ребенка. Дальше. Есть удобный карман. Ручка. Благодаря ей рука не скользит. Очень удобная, мягкая. Для мамы самое то. Ну, здесь раскладывать. Потом. Так, раскладывается капюшон. Дальше. Сама коляска имеет вот этот чехол с него пока. Имеет несколько положений и фиксируется при мешке. Ее можно положить. Ребенок может лежать. И вот здесь его ножки поднять. Ножки опускать. Очень удобно спать. Фиксировать ребенка вот этими ремешками. Они фиксируются вот так. Здесь ремешки делаются в эту дырочку. Ну и здесь в эту. Честно, я ими не пользовалась. Ребенку не особо удобно бывает. Мы только пользовались вот этим. Вот сюда ребенка сажают, сразу его пристегивают с двух сторон. Ножки вот здесь. Его это бывает достаточно. Все, дальше нажимаем на кнопочку и все это вытаскиваем. Так, дальше. Что еще? В коляске есть удобный дождевик. Сейчас я его сложу. Таким образом удобно пять в любую погоду. Дождевик хранится в корзинке. Он у меня всегда там. Даже если идет дождь, такой мелкий, кратковременные дожди на улице, дождевик всегда оказывает хорошую службу. Он полностью покрывает ножки, малыша не распыляется. И здесь на молнии. На молнии зацепляется. Сейчас так на паузу.
Так, не знаю, видно, не видно. Вот они вот здесь. Которые позволяют дышать ребенку, но в то же время сохраняют от разного дождя и от непогоды. Ну все.